Ну все, что тут началось, друзья? У них здесь какие-то разборки. Какой-то агрессивный медведь. Оставь меня в покое. Почему она меня бьет? Тебе не понравилось. Всем привет, друзья! Вы на канале Кексович, друзья. И сегодня мы играем с вами в Animal Simulator. Друзья, наконец-таки мы выбили этих милых мишек. Боже мой, как мы долго их выбивали. Мы заходили в наш сервер и с подписчиками. Мы сидели там почти каждый день. Ждали, когда же наконец-то нам выпадут эти маленькие малыши. Но они вообще не хотели к нам идти. Какие-то вообще запоздалые малыши. Очень странно, да. Потому что мы так быстро выбивали варанов, оленей. Но мишек мы очень долго выбивали, друзья. Мы даже уже цербера выбили. Да, мы выбили цербера. Причем потом еще 3 раза нам доставались церберы. Выбивались. А мишек не было. И вот, наконец-таки, они нам попались, друзья. Но, правда, это случилось именно тогда, когда мы с Кексовичем зашли одни на наш сервер, без подписчиков. Почему-то вот именно так получилось. Да, жалко. И вот наши мишки, посмотрите, какие они клевенькие. Да, друзья, я знаю, что у многих из вас они уже давным-давно есть. А вот скажите, пожалуйста, как они вам быстро попались? На какой день? Кому-то, наверное, вообще в первый день обновления. А вот сегодня мы, давай, Кексович, мы с тобой поиграем одним из мишек. Давайте найдем ему семью или друзей. Давай. О, смотри, я нашла каких-то мишек. Ух ты, может быть, это будут мои родители? Ну, тут аккуратнее, пожалуйста, а то еще убьют тебя тут. О, смотри, вот мишки пришли. Да, слушай, а может это будет мама нашей пандочки? Да, киллерс там написано. И там еще киллерс. Какая-то семья мафиоси каких-то. Смотри, она села. Значит, наверное, это будет мамочка. Сейчас спрошу. Сейчас напишу. Пишу, мама. О, а вот второй подошел. Это папа, наверное. Слушай, это все киллеры какие-то. Убийцы какие-то там написано. Ну и семейка у тебя. Да, хорошая. О, да, смотри. Я спросила у одного мишки мама. Второй мишка подошел и сказал да. Я пишу сердечко. Не, подожди, сейчас что-то идти подойдет и будет вообще семейство. О, Гарута, и мама, папа, и бабушка. Я не знаю, может, это просто дяди, тети, как бы тоже, знаешь? И фамилия у вас киллерсы. Все, друзья, кажется, наша пандочка нашла мамочку. Какие приключения их ждут? Классно. Конечно, это не пандочка, но все равно такой мишка черно-белый. Ну да, ну и что, что ты на маму не похожа, и мама питается мясом, а ты бамбуком. Есть небольшие отличия, друзья. Ой, она что-то пишет. Мы идем спать. Мамочка, я не хочу спать. Вообще-то еще день, ну вечер, возможно. Ну, мамочка спать собралась. Тихий час, походу. Так, ну, а что, мы здесь спать будем, что ли? Пишу, пойдем в пещеру. Мама, мамочка, проснись, пожалуйста, я хочу в пещеру спать. Я не хочу здесь на открытом воздухе. Да правильно, комары закусают тут еще. Эй, мамочка. Мамочка не слышит. Она уже спит, по-моему. Ну, ладно, я тоже сейчас лягу так посмотрю. Эй, мамочка ушла моя. Она меня бросила. Как так получилось, Кексович? Не знаю. Мне кажется, тебе не понравилось. Ну как это? Пандочка такая может не понравиться. Ой, смотри, тигр пришел. Это что, мама твоя новая? Не знаю, может, он просто интересуется. Что случилось, спрашивает. О, видишь, какой заботливый тигр. Я скажу, меня мама бросила. Ну, вообще, да, меня мама бросила. И лис пришел узнать, в чем проблема вообще. Ой, смотри, вон панда пришла. А вдруг это твоя мама вон та? Может, она переоделась, просто пандочкой стала? Так, нет, это другая там девочка, да. Ушел тигр. Это другая девочка, потому что другое имя там. Так, давай посмотрим, кто самый сильный на сервере. Так, пока мы тут самые сильные, это радует, друзья, потому что когда ты самый слабый, тебя тут сразу убивают. Это ужас какой-то. Мы в первые дни, когда начинали играть, тут вообще нас убивали постоянно. Да, напишет, это моя мамочка. Все, у нашей пандочки теперь есть мама. Настоящая мама, пандочка. Ну, быстро ты, конечно, маму нашла себе, поменяла, то есть. А что делать, Кексович? Одному маленькому медвежонку не прожить в этом страшном диком мире. Вот такую пещеру я нашла. Давай, мамочка, ложись, будем здесь жить. Это наш домик с тобой. А не пора ли, собственно говоря, и подкрепиться? Да, малышка проголодалась, она хочет кушать. Корми нашу пандочку. Слушай, она куда-то пошла. Ну пусть ищет еду, она же моя мама. А вот, кстати, сейчас темнеет, и вот сейчас надо спать ложиться. Ну подожди, ну ужинать-то надо. Ну да, точно. На голодный желудок вообще вредно ложиться спать, потому что ты не заснешь просто, потому что желудок будет громко урчать. Ну я по себе знаю, как бы кафешка классная. Эй, смотри, что этот лис пришел сюда? Ой, мамочка моя защитила меня. Смотрите, мы пришли в ресторанчик такой. Ну, прикольно, по ресторанчикам кушать, ходить каждый вечер. Да, мы пришли сюда, мамочка, садись сюда, вот на наш лав, эту стульчик.
тут не помещается. Ну ничего. Он, а вот официант прибежал, наверное, конь какой-то. Да нет, что такие злые какие-то посетители в этом, в этой кафешке? Ну просто официанту чаевых не дали, он излится. За что он не отстает от нас? Дайте спокойно покушать. Ну вообще нельзя отвлекать, когда кушают. И я вот рычать начинаю, когда меня отвлекают за едой. Все, я хочу погулять. Ну да, самое время, ночь, все спят, а вот пандочке хочется погулять. Да, наша пандочка хочет погулять, она хочет, смотри, тут побродить по фонтанчику. Надо лайк поставить, друзья, чтобы на нашу пандочку никто не напал. Нужно скорее ставить. Ну да, точно. Ой, смотри, кто-то напал на мамочку. Эй, что ты пристал, лис? Отстань от мамы. Это потому что кто-то не успел лайк поставить. О, мама сама с ним разобралась. Ты видишь, Киксыч, какая сильная пандочка. Всего наша пандочка счастлива, что ее мама такая сильная и может защитить и себя, и свою малышку. Да что такое? Что за олень пришел тут? Отстань. Ну-ка иди сюда, я тебе сейчас покажу, будешь обижать нашу мамочку. Иди сюда. Смотри, он еще специально сюда становится, да? Вот где светы спят, чтобы я их задевала, они потом на меня будут. Это что такое? Из-за этого оленя наша пандочка задела случайно маму. Ну как так вообще? Ну вот так вот называется, погуляли. Ну что это такое? А Руди, знаешь, что я заметил? Что, Кексович? Подожди, вот наша пандочка злится и бьет этого оленя. А он, между прочим, смотри, он не отвечает. Вот мама, наконец-то она вернулась. С ней все хорошо, она живая. Это такое счастье. Знаешь, что я заметил, Руди? Вот на том олене и на тех его зверят написано «Киллерс». «Киллерс»? Слушайте, это вон те мишки, да? Это вот те трое мишек, которых мы повстречали, и один из которых потом стал первой мамочкой нашей панточки. И может быть поэтому они напали на эту новую маму? Какие-то вообще мексиканские страсти тут кипят. Ну а может быть они просто так напали? Да может быть, Кексович, но факт в том, что семья киллерсов бросила нашу пандочку, и наша первая мама бросила. Ну написала бы хотя бы, что мне пора, да, там пока. Ну вот так вот получилось. Но ничего, главное, что мы нашли уже вторую маму. Короче, смотрите, пандочку мама привела сюда тренироваться в пещеру. О, смотри, какие-то мишки пришли. А если они тут вас съедят всех? Надо бежать. Подожди, Кексович, может быть, они хотят с нами подружиться? Ну ты какая малышка. Может быть, это будет подружка нашей пандочки? Привет. Такие прикольные. Приветик. Ну хорошо, что они дружелюбнее. О, мама панда куда-то зовет. Ну пойдем, конечно. Интересно, мишки с нами пойдут? Да походят, смотри, они к вам привязались. Так, пойдем. Подожди. А вот не это моя первая мама? Ты думаешь? Нет, твою маму звали Дед. Смерть по-английски. А, точно. Эй, да что такое, мама? Смотри, меня обижает эта пантера. Оставь меня в покое. Мамочка, меня обижают. Почему она меня бьет? Вот пристали, а. Да что такое? Почему детей обижают? Маленьких мишек обижают? Что это такое? Медведица панда прогоняет их. Правильно. Ой, друзья, какая у нашей пандочки классная мама. Ну, вообще, наша пандочка тоже могла накострелять им. Но нет, зачем, Кексович? У меня есть сильная мама. Она такая заботливая, классная. И, кстати, она нас куда-то ведет. Пойдем туда. О, это же большое дерево. Это наш новый домик будет. Мам, мне нравится это дерево. Смотри, и наши друзья тоже. Какие они прикольные сидят. Красавчики. Друзья, скажите, какие мишки из этих малышей вам нравятся больше? Мне вообще очень нравится белый мишка. Нет, они все, конечно, миленькие. И пандочка, и вот этот черненький, и коричневый. Но почему-то очень беленькие. Мне нравятся. Мне тоже. Не, мне нравится пандочка больше. Напишите, пожалуйста, какие мишки вам нравятся больше. Итак, наступило утро. Наша пандочка хочет погулять. Но мама что-то как-то не торопится гулять. А вот все, она прибежала. Смотри, наши друзья уже встали. Вот она, медведица сидит там. Мишка, ух ты, как тут высоко. Ну, слушайте, она улетела куда-то. Летающие медведи, вот это да. Мам, смотри, как умею. Эй, все полетели. В общем, наступило утро, и нам сейчас нужно подкрепиться и погулять. Так, мы уже погуляли, вот уже настал вечер, и наша пандочка, мама-пандочка, учит своего малыша прыгать по деревьям. Мы же, между прочим, панды, а панды умеют лазить по деревьям. Ну да, точно. А вот еще к нам присоединился друг, пантера, мы тут уже тоже весь день гуляли с ним, он к нам друзья добавился. О, смотри, что я нашла, мишки, справа, смотри, справа там мишки. И что теперь? Надо познакомиться, Кексович, мы же медведи, мы должны держаться вместе, тем более там, кажется, белый медведь. Движуночек был. У них здесь какие-то разборки. Какой-то агрессивный медведь. Да это они тут... Ой, слушай, я почему-то думала, что это медвежонок, а это... Какой-то большой медвежонок. Ой, нет, пантера, не надо, не надо, мы же дружим. Неужели ваш друг напал на этого, на мишку? Ой, ну вот теперь мишка думает, что мы пришли нападать. Нет-нет, мы же пришли подружиться, эй.
Пошли, пошли отсюда. Напиши, Руди. Ой, вот второй прибежал. Ну все, что тут началось, друзья? Мочилово просто какой-то. Да что происходит? И ваш друг Пантера не останавливается. Я пишу, не надо. Я обращаюсь и к Пантере, и к другим. Но Пантера не останавливается вообще. Ее остановили. Вот и мне досталось, и мамочку. Эй, отстаньте. Слушай, я даже боюсь защитить, потому что боюсь это сама задеть. Все, мама, пошли отсюда. Ну так вот, зашли поздороваться, называется. Да, не очень получилось подружиться, конечно. Так, львенок еще, так, девочка, давай дружить. Все, не надо к нам лезть. Все, сейчас мама панду прогонит всех. Так, ну наши мишки знакомые исчезли, не возвращаются. Не хотят они дружить, знаешь что, я бы тоже не возвращался на их месте. Подошли такие, выгнали их, и живете тут. О, смотри, львенок пришла, посмотрела и ушла. Ну она посмотрела, тут нормально все, у вас пошла спать, наверное. Ну да, точно, спать же сказал. Слушай, ну давай подружимся с ней, давай пригласим ее. Эй, привет, вот я села рядышком, давай подружимся. Ой, она уходит. Ну стой, не убегай, я же подружиться хочу. Она убежала. Ну вот, наша пандочка хотела найти подружку себе. Хорошо, может быть в следующий раз она найдет кого-то. Да, друзья, трудно одному выжить в этом зверином мире, вот, но нашей пандочке повезло. Ставьте лайкосики, если вам тоже нравятся эти мишки, они такие клевые, и если вы тоже играете в эту игру. А у нас на нашем канале скоро выйдет история про этих мишек. Не забудьте поставить лайкосик, друзья. Всем пока, Кексович с вами. Всем пока, друзья.